туда не ходил. Я все равно ходил, потому что понимал этот вклад. Мне просто стыдно, понимаете? Мне просто стыдно, что вы вот взяли и допускаете вот это. Этот поход на Украину со всех сторон. Как вы можете писать смерть вам? Мы вас задушим, мы вас задавим. Это Украина, ребята. Это такие же близкие, условно, люди. Да, там со своими какими-то интересами, со своими тараканами. Но так нельзя, вы же должны это понимать. Все равно. Просто я пытаюсь как-то достучаться до вас. Я пытаюсь, но... Кто-то пишет про 8 лет войны на Донбассе. Кто-то пишет, у тебя во Львове памятник Бандеры. Друзья, не оправдывает это, ничто не оправдывает бомбардировки с территории Беларуси, с территории России, вот российских танков на территории Украины. Что бы ни случилось в Югославии, что бы ни происходило на Донбассе. Я понимаю, что наверняка украинские военные при вот этом конфликте где-то ошибались, и тоже происходили преступления. Нельзя оправдывать агрессию России в Украину тем, что что-то было в Сирии, что-то было в Югославии.